когда едем, значит, в этот, ну как он, Аркаим. Ну, конечно, автомобильная есть, но... Автомобильная есть, но неохотно и наехать. Там, где только машины. Не-не-не-не, тут не ходят. Тут даже не ходят. Ладно, куда вот. Thank you.
О, ну-ка, ну-ка. Да, это... Вспоминаю былое. Не, надо присмотреться вначале. Она там... Она там немного рыхлая. Не можно. Чё? Ты снимаешь? Да, она снимает. Я думаю, откуда лучше попытаться заехать. Только отсюда. Ну. Там еще можно. Она рыхлая, не слишком плотный верх, везде проваливается. Видишь? Нет. Не будет получиться. Хотя... Подождать, пока снег улежится. Что, так же, что ли, попробовать? А? Не, ничего не будет. Не, лучше это сверху скатиться. Вот это. Ну давай, давай. В какую? Там еще, там. Да. Сейчас.
скотч. Надо бы мне убрать его. Кутику-тику. Сюда, да, телефон тогда убрать в другое место. Я его рыдал. Новый? Прежний? Там батарея заменяемая вещь. Да? То она приклеена? Ремонт отдавал сюда. Нет. Сибайский. Они отклеили и на какой-то ядреный клей приклеили. То есть у них и плата там. Ну они очень хреново все сделали. Вот поэтому я и не хочу велосипед даже на замену кассеты отдавать местным. И при том с меня содрали 3000 за это. За экран и. Ну разъем зарядки потому что отпаялся. Открыли. Ты уже думаю, понял, что не теряй. Не взял экран, разбился через два дня сразу. Приехал. Китайский дурацкий. Здесь. А пол или просто? Пол. Долбанул, но тот никогда не разбивался. Целый. Он просто спать пропал. Давай будет другую. Камеру можно менять спокойно. На любую другую. Она цепляется и другую можно наткнуть. Хоть да? Какую. Карл Зайс, например. А система что с этим будет делать? Ну, наверное, там как что-то с драйвером. С драйвером. Что-то с драйверами еще должно быть связано. Он рыхлый. Ты не видел? Так, это ботинки не те. Тут рыхло совсем. Вон что. Не, надо укатанное. Вот эти вот вдоль дороги, через них переезжать можно. Ну, все, что вдоль дороги нагребено, там есть проходы, на них можно потренироваться. Thank you.
это не годится кататься. Выехал. О, через мост давай. Там. Как раз.
Нет, теперь уже не пройти. А было. Чё, вперед? Ты что дальше? Давай налево туда-нибудь. А, ты там. Говорил, не доедем, а что, мы поедем туда, что ли? Спаси, доехали. А, нет еще. Да я не хочу с этими машинами ехать по одной дороге. Мы можем там свернуть сейчас. Более можно свернуть. Вот так. Да там, думаешь, дорога. Да она такая тяжелая будет. Лучше сейчас направо опять к дому рыбака и там по этим. Вот там. А мы там поищем. Перед кладбищем можно, за кладбищем попытаться что-то. Но не дорого ему съехать. Там. Да, да, да. Так, давай дальше гаражи посмотрим. Там, наверное, не будет уже, да? Направо. За гаражами же, наверное, никто не есть. Все здесь. Через гаражи давай проедем. Ой-ой-ой. Титаник. Вот начинается циклокросс. Thank you.
нашел! Я тоже. Ну и где эти фэтбайки? Блин, фэтбайк не проедет. Фэтбайк говно. Он и этого не может, для чего создан. Блин, жопа. Че? Мне сердце сейчас выскочит. 220, наверное. Я это, планку. Планку. У тебя, сейчас установлен монитор. А. Этот телефон, в нем нет Анплюс, а в этом есть. Нифига себе! Свиньи, вы. Как так? Я такой подключаю, скачиваю Анплюс. Не найден. В этом Гармине оно есть. Да. Я же подключал это. Не, я говорю, вот, который у меня сейчас Гармин, в нем есть Анплюс, а он 2008 года, 9 года. Или какого-то. Не, он был раньше, да, сейчас, похоже, выпилили. Только Bluetooth. Анплюс это не из-под множества блютусов. Что у меня идти? А я как бы с августа ноутбук поменял, я так и не сделал, я Гармин туда и не установил, нафиг выкинул. Заколебываюсь, заряжать его. Кого, кто? Часы? Часы так быстро. Посмотри, они уже выключились. Заезжай. На сколько не хватает тебе за тренировку? На какой заезд? Все уже не хватает. На час не хватает? Зимой вообще вырубается. Вот это все не случилось. И этот, вот этот навигатор Garmin тоже батарейки быстро жрет. Может, никель-кадмиевый? Я, да, нет, я никель металлгидридный поставил. А что, никель-кадмиевые? Ой, никель. Какие надо? Ну никелевые, они же такие. А вот такие литиевые есть такие, такого форм-фактора? Наверное, в Китае все есть. Просто у тебя батарейка не будет поехать. Смотри, легковушки спокойно ездят. Да, ну здесь-то, да, они сюда. Серьезный заезд, я буду несколько пар батареек брать. Ну и что, мы тоже тут можем ехать. Ты к нему там надо было ехать, где мы падали. Сейчас мы доедем до домов этих. Это не лето. Все равно меня в колею. Чтоб тебя, а.
ты еще и разогнался. Я ударил сам себя локтем. С другой стороны, локоть вот вокруг шеи. Еще, короче, рулем вот сюда воткнулся. И, по-моему, руль даже погнулся. Да? Вот так вот они. Ну, правда, еще. Один градус. Легко. Сейчас хрен ты гулишь. Я думаю, ох, как я поехал. Короче, надо не падать, в корень зашел. Меня просто... Я проверю. Я упал, а меня по инерции несет. А здесь что? Это фонарь был старый, который потерял, да? Не, лень было. Я еще цепь снял. Да ну нафиг. Это и без рук можно, что ли, делать? Так. Ну, а для гранд-фонда все равно. Тут ватт-метр нужен. Сколько мы там? 400 выжимаем. Ну это... Капец. Поэтому гранд-фонды на кросс-кантри это бессмысленно. А это надо... Сидят на своих велосипедах дома. Ну, они вообще без ветра. Постоянно тарелка под рукой стоит. Да. Жрут, наверное, хель какой-нибудь. Ну, вообще, это могут выйти в туалет. Это вот... Когда в Магнитогорске объявляли заезд гонки между шоссейниками и кросс-контрейниками, раздельная гонка, парная, там говорили про коэффициент, кажется, что 0, для... 2? На 200 метров длиннее. Нет, не метров, там умножить. Там что-то 0,2 или 0,3, и там сказали, что этот коэффициент вывели в результате бесконечных рассуждений в интернетах. То есть, что на кросс-контрейнике 80 или 70 километров, это и есть гранд-фонды на шоссейнике 100. Да еще тяжелее. Это намного тяжелее. Я так устал. Да. Ездить. А вот эти, которые в зале катят и на станке, им вообще надо умножать на 2. Стоит 200. Весной садятся и. Ну и пусть. За 6 часов сотку проезжают. Ну вот это и есть. А в зале они будут, наверное.
Ну вот пусть на станке они в два раза больше проезжают. Они на станке правильно получают, правильно учат. Ну да, и чё? Надо выезжать с этого. Меня вправо тянет, а? По этой колее вообще невозможно никак ехать, хоть она широкая будет. Я вчера за полтора часа почти 20 наездил. Я 17, по-моему. Ну, я-то меньше, но я говорю почти 20. Вообще можно было бы можно было бы дотянуть до 20. Ну и там мост, да? А, там брод. Так. Пишет? Пишет. Какую? Чего? А, где сауна со шлюхой? А чё, Google не поможет, что ли? На Google картах такое можно добавлять, видимо. Эти все безликие сауны не такие, что ли? Ты на максимум поставил? Что, яркость, да? Да, ну там, да? Угу. Когда он был впереди? Ох, у тебя цепь звенит. Или забилась. Чего сейчас делаем? Ну, по городу, да, петлями до центра. И оттуда можно уезжать уже. Блин, сердце только-только восстановилось. Как вот постоял с этим. Так ты ему правильный адрес дал? Прямо и на главное везде. Он
слова не объясним. Ну блин, человек, если даже наверняка у него айфон, но он не знает про карты. И как он, что он там оказался? Ну вот сказали, езжай туда, и он поехал. Вот полез. На него или поссать. Можно помочиться, он отмерзнет. Не, он вообще не реагирует. Похоже, он. Да? Что с ним? Трос не порвался? Нет. О. Есть? Ну я вот на эту штуку упал. Ой, она сдвинулась. Нет? Да? Охренеть. Что, не думаешь? Не-не-не, что там говорил такое? Эквилибристом? Ну можно показаться им просто и выйти с той стороны. Что тут? Эй. Мия, как-то так. Что? Мия, что-то такое, Миджия. Xiaomi Миджия, как-то так модель называется. Это первая модель. Потом... Это 20 же взял, да? 17. Это со скидкой? Нет. Я ждал скидок, там скидки вообще, может, 100 рублей вышло. То есть... И что, он до сих пор работает?
или нет? Что с ним может случиться? Ну, в смысле, там щетки. Да, еще ничего не менял. Там... Волосы не накручиваются? Да? Накручиваются, чистить надо, да. Ножницами сидишь и режешь. Ну, там с ним расческа лезвия. Mm-hmm. Вот им. Ну, еще ножницами для ногтей. Это первая модель. Вторая модель, она дешевле. У нее аккумулятор в два раза меньше. И при вот этой емкости, которая у нас, его хватило бы на два раза большую территорию. То есть можно было бы и меньше, но я хотел больше аккумулятора. С учетом того, что якобы он через годы может емкость его уменьшится, а нам все равно будет хватать. Понятно. Ну и это первое, наверное, я думаю, лучше. Вторая, там уже начали уменьшать параметры. А дети не атакуют, да? Нет. Они прыгают через него, орут возле него, но ничего не... Не садятся? Нет. А коты? Нет, тоже. Кот после... привык, да, он не садится. И это... там нету воющих вещей. Он же просто щеточка. У него одна боковая щетка, чтобы вычищать возле плинтусов и из углов. И одна центральная, которая засасывает внутрь. Ну и там, собственно, он всасывает еще каким-то образом вентилятор. Сколько ватт там? 50 ватт? Надо посмотреть, не знаю, по-моему, больше. Мощность всасывания там написано в этих паскалях, но я не слишком знаю, с чем это сравнивать потом. С собой. Нет. Ну, в общем... Ну, стоящая, нет, вещь? Да, сегодня с ним пылесосил. Получается, он все поверхности на полу пылесосит, а я только ковры и паутину поверху. А всякие провода. Ну, они ему мешают, надо все убирать. Да, это самое главное, что нужно расчищать территорию полностью. А куда, где не хочешь расчищать, там преграждать или, ну, в общем, через приложение сдавать территорию уборки. Вот это главное. А тут можно карту строить, давай. А он каждый раз, когда ты берешь его в руки, переносишь на другое место, он карту стирает каждый раз, потому что это может казаться новое место, ему нужно по новой исследовать территорию. А если да, ты... Да, я... Ну, остальные таскают, я нет. Я искал, не нашел. Надо по-другому как-то искать, наверное. Возможно, они пачками по 5 продаются. Ну и вообще, я использовал 2 или 3 резинки порезанной шины. Ай, камеры. А, да. Но они не тянутся. Не, они тянутся, но просто они длиннее вот этой. Поэтому их приходится там несколько оборотов каких-то делать. Как-то так. Да, и когда их две, то понятно, что если одна порвется, то вторая ее удержит. Нет, тут вообще сработает. У меня так-то постоял всю зиму, прикинь. На балконе на улице. Когда ты не снимал компьютер. Не работает. Удивительно, это батарейка. 232. Ну здесь надо. Или все не только. Ну, конечно, не сняли. Литий уже не будет. Тепло себе давно. Литий, не знаю, тоже не нужно, нет? Так она же литиевая. Да? Да, эти батарейки литиевые. А что их не будет? Может, из-за того, что работают? Ну, минус 30 было пацаны. Ну, физика, химия такая. И вот эти вот бандуры. Вся дурь вышла и как-то ну тогда домой. Вчера
и так было много. Я выехал на эту загородную трассу, получается. Я хотел до Билан доехать, потом до Юшки вот эту добротную галку дороги. Потом подумал, что все не хочется. Ну вот я когда оттуда уже вернулся, ну, оттуда выехал, мимо дома проезжал, я думал, можно уже заезжать, но еще накатал, наверное, столько же. Надо померить, сколько там вышло бы, если бы я свернул домой. Может, 10 километров. А третий меня, да, где-то по домам шел. Вот ты где сказал, после этого вообще ужасно себя вел. Я сравнил вот треки. На Гармине он такой плавный получается. Я вот просто участки одинаковые взял и посмотрел. На телефоне он рывками вот так, и поэтому у него там такие получаются, что максимум был 41. А Гармин говорит, максимум было 35. Я думаю, не только в вопросе дела, еще в чем-то. Может потому, что он американский, поэтому ему спутники что-то там позволяют. Ну, нам, наверное, посмотрим в чате, кто-нибудь напишет, кто это был или нет. Может быть. Нафиг по дороге, тут машины эти. И еще гололед. Ну, на Гармине уж точно пишется. Это... Нет, на шее висит. Я... Смотрите, сердце что? К нему можно прицепить еще к датчику? Но его не было. Нет, это только туристический. Можно докупать, конечно.